Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. 5 медалей, 2 рекорда. В Рязани прошло награждение конкурса летной выучки «Авиадарт-2021». С города поднятой головой в Рязань вернулся аэромобильный отряд регионального ГУ МЧС, который помогал тушить лесные пожары. В сухую ФК «Рязань» выиграла на выезде. 19 побед в сумме одержали российские военнослужащие на армейских международных играх «Арми-2021» прошли с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран, среди которых Россия, Алжир, Вьетнам, Иран и другие. В них приняли участие более 5000 военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран. «Авиадарт-2021», традиционно проходящий в Рязанской области, завершился победой наших пилотов. Лучшие летные экипажи показали свое мастерство и доказали, что способны выполнять задачи любой сложности. Сегодня все внимание победителям. Но знайте, что все участники достигли высокого уровня мастерства и показали всему миру пример дружбы, партнерства между нашими странами и стремления к дальнейшему сотрудничеству. Слова губернатора российские летчики подкрепили безоговорочной победой. Именно наши получили кубок авиадарца и 5 золотых наград в номинациях «Бомбардировочная», «Штурмовая», «Дальняя авиация» и «Армейская авиация» на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Отличились в отечественной команде ростовские пилоты. Они показали себя лучше остальных. Краснодарский Су-25 стал одним из лучших экипажей международного авиаконкурса. На «Авиадарте» наши взяли 5 из 7 номинаций. У китайцев 2 первых места в номинациях «Военно-транспортная авиация» и «Истребители». В Рязань они прилетели на самолетах J-10 и U-9 – новых моделях, благодаря которым и удалось победить. Белорусы завоевали только серебряные медали, зато 3 комплекта. Запомнится «Авиадарт-2021» сразу 4 новыми рекордами, 2 из которых установили российские летчики. Еще 2 принадлежат экипажам из Беларуси и Китая. Последние, например, набрали рекордное количество баллов в номинации «Бомбардировочная авиация» – 323,5. Всего в ходе финального этапа участники конкурса «Авиадарт-2021» использовали 460 снарядов для авиационных пушек, 24 авиационные бомбы массой 250 кг, 180 неуправляемых авиационных ракет, а также 8 платформ для военно-транспортной авиации. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязань вернулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Рязанской области. Напомним, сводный отряд рязанских пожарных выезжал в Мордовию на помощь местным спасателям в борьбе с лесными пожарами. К ликвидации стихийного бедствия площадью более 100 гектаров в заказнике «Заповедная Мордовия» привлекали силы и средства со всей страны. Более 1600 человек и свыше 270 единиц техники. По главной улице с оркестром. Ну, или почти с оркестром, если считать за музыку вой сирен. Рязанские пожарные возвращаются домой из Нижегородской области с высоко поднятой головой. 52 человека и 12 единиц техники. 2 недели назад, практически сходу, группировке была поставлена боевая задача – расчистка завалов и удержание периметра вдоль автодороги Саров-Стеклянный. Эта часть заповедника горела не так сильно, как со стороны Мордовии, где было даже огненное кольцо, но без чрезвычайных ситуаций не обошлось и в этом секторе. Основная задача – это была защита населенного пункта, это город Саров, и ближайших населенных пунктов. Наша задача – это была не допустить распространения пожара на населенные пункты. Личный состав с этой задачей справился полностью. Были такие моменты, когда шел верховой пожар, и приходилось убирать технику, убирать палатки какие-то. То есть было такое, когда руководство на месте, которое там было, давало указание отступить. Тактическое отступление превратилось в стратегическую победу. Все очаги ликвидированы, ни один дом не сгорел, пострадавших тоже нет. За профессионализм рязанских парней уже поблагодарили власти Нижегородской области. Но самое главное – большое человеческое спасибо, говорили жители. Необычно, мне знаете, что показалось там? Как бы хотел бы выразить благодарность жителям города Первомайска, соседних городов, то есть за отношение к пожарным. То есть отношение было очень человеческое, очень ценное. Ценился труд, когда уезжали, то есть как бы реально нас как героев провожали.
Двухнедельный марш-бросок в Нижегородскую область для пожарных Рязани был первым в истории. Так далеко и надолго эта аэромобильная группа еще не заезжала. Теперь небольшой отдых, многие соскучились по семьям и снова в бой. Но уже, наверное, не такой масштабный. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Футбольный клуб «Рязань» в матче 8-го тура ФНЛ-2 встречался на выезде с Калугой. После крупного домашнего поражения нашим парням нужна была только победа. Чем все закончилось, расскажем далее. Подача в штрафную, удар по воротам, и гол забивает рязанцы. 18 номер Александр Барков отмечается, и счет 1-0. Гол в раздевалку за минуту до окончания тайма сильно огорчил хозяев. Калужане и так действовали слишком уж гостеприимно, но этот кросс в штрафную рязанцы довели до результативного удара практически без помех. И это очень не понравилось наставнику синих. У хозяев был шанс сравнять счет, но голкипер гостей был на высоте. Неоправданных при атакующих действиях, конечно же. Допускаем ляпку. Калужанам стоит отдать должное. На второй тайм команда вышла заряженной на борьбу. И с первых же минут попыталась устроить давление на ворота Леонида Балаганского. Но страж ворот Рязани действовал безупречно. А на 79-й минуте и вовсе начал голевую атаку своей команды, которую мягким парашютом завершил Маричев. Рязань в атаке. Удар. Гол. Залетает мяч в ворот. 17-й номер гостей. Маричев Евгений. Мы заслуженно победили. Забили два гола, и у них хорошие моменты. Благодарил ребят, сделали выводы из тех ошибок, которые были дома. Ребята сыграли правильно, надежно, поэтому не пропустили. ФК «Рязань» осталось 12 игр в олимп-первенстве 2-го дивизиона ФНЛ. Следующая игра пройдет на домашнем поле 14 сентября с саратовским «Соколом». Валерий Седов, телекомпания «Город». Старинная изба в деревне Орехово Спасского района прямо на границе Окского заповедника снаружи вроде бы ничем не отличается от остальных старинных домиков с резными наличниками и покосившимся крылечком. Но переступая порог, гости попадают в самый настоящий краеведческий музей, богатейший по наполнению и удивительный тем, что огромная коллекция собрана одним единственным человеком. В гостях у сказки побывала Марина Романюк. В сенях по стенам развешаны инструменты, без которых еще каких-то полвека назад не обходились в деревне. А сотню лет назад о том, что это за предметы, знал любой ребенок. Косы разных размеров, рыболовные снасти и керосиновые лампы летучей мыши. Все это выглядит настолько аутентично и так по-волшебному, что кажется, будто шагнул в машину времени и переместился в крестьянские будни царских времен. Однако эта история настолько близка, что остались даже современники, скажем, вот этих лаптей. Я в заповеднике появился в 79-м году, и в те времена еще вспоминалось, что вот буквально совсем недавно в лаптях ходили. То есть они использовались, ну, еще те же вот 50-60 лет назад довольно-таки активно местным населением. Потому что обувь, конечно, одна из лучших, одна из удобнейших, экологическая. То есть нога в них себя очень комфортно чувствует, делались они по размеру под ногу, поэтому были конкретные формы. То есть хороший лаптежник плел пару лаптей, ну, скажем, 4 пары лаптей за день. Но изнашивались они за неделю, за 10 дней, в зависимости от погоды. Кстати, расстояния очень часто определялись лаптями. То есть от такого пункта до такого-то 4 пары лаптей идти. То есть это по износу. Это значит, можно было определить, что где-то около 4 недель, скажем. Лапти плели из лыка, которые получали из липы. Отсюда масса поговорок, смысл которых становится чуть яснее. Ободрать как липку, значит оставить без всего. Лип в этих краях, кстати, еще полвека назад было очень много. В Брыкином бару до сих пор есть местечко с именем Липовый кордон. Правда, лип там уже почти не осталось. А лапти, ввиду их быстрой снашиваемости, умели плести практически все. И дело это считалось нехитрым. Отсюда другая поговорка – лыка не вяжет. То есть настолько нетрезв, что элементарные действия не подвластны. А вот воспринимаемое ныне как крылатое выражение «сновать туда-сюда» когда-то обладало буквальным смыслом и относилось исключительно к определенному действию. Какому-то мальцу или девочке давали клубок, ниток. И она вот на таком инструменте бегала 4 метра туда, 4 сюда, день бегала, второй день бегала, набирала ряды ниток по длине. Вот здесь около 40 метров можно в длину набрать. То есть день бегает. Инструмент называется сновалка. Процесс назывался сновать.
Чего ты снуешь туда-сюда? Чего снуешь перед глазами? Назначение многих предметов, которые когда-то были в каждом доме, сегодня загадочно для городских жителей и требует пояснений. Это приспособление для русской печи. Это каток подкатный, по которому подкатывали как раз. У меня самый большой чугун конец, самый большой на 2 ведра, 24 литра был. И на вытянутых руках его поставить или из печки взять нереально. Поэтому подкатывали вот на таких катках. Поставили, подкатили, выкатили, взялись у основания и уже легче поднять. Ну, такое вот все-таки облегчение тебе придумывали. Да и сама форма чугунков не случайна. Их располагали в углях, угли подгребали с боков кочергой, верх специально сужался, чтобы угли не попали в пищу. Такая форма наиболее благоприятна для готовки в русской печи. Это выяснилось за века, поколениями. В доме музея можно увидеть утюги, огромную пилу, настоящие тесаки, веретена, ткацкие станки вместе с вытканным прямо на них полотном. Сохранилось это все удивительным образом и также случайно попало в руки Сергея Погонина, который бережно сохраняет все в собственном доме. Достался участок с домом, в котором остались вещи от предыдущего хозяина. И пришла мысль объединить то, что уже собрано, эти вещи, и почему бы не быть музеем. Тем более выяснилось, что таких музеев пока еще не очень много, краеведческие недостаточно полны предметами, просто не могут себе этого позволить. А у меня появилась роскошная такая возможность заняться музейным сохранением вещей, потому что, по крайней мере, они в закрытом помещении, хотя у меня музей неотапливаемый. Со временем у Сергея Погонина появились собственные агенты, которые сообщают ему, если в окрестных деревнях кто-то собирается выкинуть за ненадобностью предмет старинного обихода. Кто-то уже слышал об историке сам и приносит сюда вещи, оставшиеся от бабушек и прабабушек. А коллекция все пополняется. В планах у владельца этих сокровищ оформить и дворовую территорию. Ведь собралось немало предметов, которыми люди пользовались в хозяйстве. Телеги, лошадиная упряжь, озерные мещерские лодки. И в своей стихии, в окружении атмосферы пока еще сохранившейся русской деревни, все это продолжает жить и связывать поколения. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.